не было видео именно со мной. Хотя было. Так вот, что хотела сказать в этом видео вам. Вы заметили, что в интернете распространяется такая тема, как спиннеры. Так вот, недавно мне купили красивый, желтый, великолепный, угадайте сами, что? Конечно же, спиннер! Я бы не сняла видео, если бы мне его не купили. Так вот, сейчас я вам его покажу. Барабанная дробь. Что я сейчас делаю? Спиннер! Классный спиннер! Короче, значит, как это все было? Мы пошли на рынок. Я еще не научилась им управлять. Ну, в общем-то, вот такой вот спиннерочек. Я его назвала спиннер. Да, спиннер. Потому что Спунь, я называю свою собаку Джессику, ну, вы ее видели в прошлых видео, там, внизу. Вот, и, собственно, вот этот вот спиннер мне купили на рынке. Да, мы всей семьей пошли на рынок, и что мы там сделали? Купили спиннер! Да, он стоил 80 гривен, ну, это как бы дорого для вот такой вот игрушечки. Там были и за 180, и за 70, но я купила за 80. Вот, в общем-то, классный спиннер, мне он нравится, и до того, как мне его купили, я очень-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 очень, в общем, я думаю, вы поняли. Что еще дальше там есть слово «очень». Я его, кстати, умею на коленке крутить. У-у-у! Так вот, что очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долго я просила своих родителей «купите мне желтый спиннер!» Ну, не обязательно желтый вообще, купите мне спиннер. И я у папы попросила подшипник, он мне дал, и... Да, я начала делать сама спиннер. Это был полный просто ужас в моей голове, вот, и, в общем, я попыталась сделать спиннер, первая попытка не удалась, я сделала из обычной глины, вот, и она у меня не удалась, собственно говоря, да, так получилось, что я сделаю, вот, и вот этот спиннер, он прикольный, да, я, короче, иду такая по рынку, смотрю, опа, спиннеры, потому что я всегда смотрю, если мне что-то надо, то я всегда смотрю, вот, на прилавке, смотрю, такая, спиннер стоит желтый. Мы так с мамой переглянулись, я так посмотрела на нее, она, нет, и мы пошли дальше. Потом я такая говорю, если ты мне не купишь спиннер, таким обиженным взглядом, если ты мне не купишь спиннер, то я на тебя обижусь и попрошу у бабушки. Короче, в общем, я ее уговаривала, но она мне не разрешила. Потом я сказала, можно хоть цену посмотреть? Я пошла, посмотрела цену, бабушка такая... Подходит, а что это такое? А что это тебе надо, да? Я говорю, ну да, мне надо это. Вот, она говорит, а хорошо, а сколько оно стоит? Я говорю, ну он сказал от 50, такая, а потом мы подходим, от 80, он такой, от 80. Я так смотрю, ну вы же говорили от 50. И так она 100 гривен мне дает, такая, покупай. Класс. Тогда вот просто реально у меня внутри все вот так вот, yes, мне покупают спиннер, вот так вот. Вот. И сейчас я покажу несколько трюков со спиннером. Извиняюсь. Блин. Mm-hmm.
Мне кепка мешает. Ну, в общем-то, и все. В общем-то, все. С вами я прощаюсь. С вами была я, Анастасия Кальченко. Да, просто я всегда привыкла. Извиняюсь. Просто и подписываемся на мой Инстаграм. Да. Подписываемся на мой Инстаграм. Ник мой, короче, мой ник будет также в описании, но я вам его сейчас тоже скажу. По секрету сейчас скажу. Анастасия Майер 2017. Анастасия Майер 2017, если вы не услышали. Да. Думаю, вы никак не... Я там тоже снимаю видео, я там делаю классные оригинальные фоточки, которых нету ни у кого. Вроде бы как бы все. Вот. Ну а с вами я прощаюсь. С вами была я, Анастасия Кальченко 2017. Йоу. Анастасия Кальченко. Всем пока. И кстати, возможно, в следующем видео я сниму, как я переделываю свой спин. Класс. Ну и ладно. Как я переделываю свой спиннер, я собираюсь сюда клеить якорь, потому что я обожаю морской стиль, как бы я обожаю парижский стиль, я обожаю Париж, но это было в прошлом, сейчас я тоже его люблю, как бы, но не так сильно, как море. Я обожаю все морское, все голубой цвет. Да? А с вами я прощаюсь, это я уже сказала, но, короче, всем пока-пока! У-ху!